Редж, ты прав. Они бесятся, но не стреляют. Всем полицейским приказано покинуть прибрежный район. Видимо, мы не должны кого-то увидеть. А я взгляну одним глазком. Похоже, у них бронетранспортеры. Иди по крышам. Не бойся ты. Редж, а ты знаешь, какой сверху шикарный вид? Не отвлекайся, брат. Потом глазеть будешь. Нелсон, это Бетти. Скоро, Бетти, я просто... Нет. На этот раз ты меня выслушаешь. Хватит валять дурака. Возвращайся домой. Скоро, Бетти, я просто... Знаю, это твое просто. Хочешь исправить то, что произошло. Ага. А ты думал, что я безумная старуха? Бетти, вы не понимаете, я... Послушай, я прекрасно понимаю, чем ты занимаешься. Но это нужно немедленно прекратить. Ты должен вернуться домой живым, а все остальное совсем не важно. Я не могу. Скоро вернусь, честно. Но не сейчас. Тебя Реджи удерживает. Он хороший мальчик, правда? Иногда бывает таким упрямым. Но если ты скажешь, что хочешь вернуться, он тебя отпустит. Он же для тебя все сделает, верно? Бетти, мне пора. Спасибо, что позвонили. Передай Реджи. Бетти сказала, а ну-ка оба, марш домой. И привет ему от меня. Натыкали везде бетонных штук. Да, испугались меня. Или они просто так помечают свою территорию, а? Бетонное граффити. Если это у них такое граффити, пусть лучше граждан пугают. Полный отстой. Когда все кончится, вернешься и закрасишь их художество. Но сначала найди беглого проводника. Редж, тут подпалены. Как мои следы? Значит, есть еще один дымовой проводник. Как-то способности передаются. Я надеялся на что-то новенькое. Покажи мне эти следы. А, значит, вот как это выглядит, когда ты... Хорошо, хоть я не всматривался. Ну, либо я, либо меня. Ты слышал? Шлем ДЭС. Еще работает? Редж, этот проводник... Ведь это... Хэнк! Но ты же сказал, она убила его в Сэмон Бэй. Убила? Ну, я так думал. Нет, я же видел своими глазами. Он мертв, это точно. Ищи дальше. Слушай, Реджи, признаю, я ошибся. Сохрани. Это подарок на Рождество. Эй, Делсин, собрался погулять по центру, так позвонил бы девушке. Это не я. Тут кто-то развлекается, сбивая вертолеты Деза. Ты их видишь?
А ты где? На крыше, угол 12 и Юнион. А нафига тебе этот парень? У тебя же есть дым. По-моему, это он был с тобой на том транспорте. Именно от него я получил свои способности. Это тот потный здоровяк Хэнк? Да, и если он выбрался из башни Августины, то может знает, как залезть обратно. Пойдешь со мной? Нет. Нет, от него одни неприятности. Лучше полюбуюсь на шоу отсюда. Делсин, ты береги себя. Не нравится мне этот лысый. Согласен, но я ведь тебе не дитя малое. А потом у нас с ним есть кое-что общее. Ненависть к Августине. Да. Удачи. Редж нашел. Он на крыше в центре города. Валит вертолеты. Так, слушай меня. Дэс не должен его схватить. Да понял, понял. И не дай им его убить. И сам не убивай. И не упусти его. Ничего себе списочек. Редж, я на крыше. А Хэнк? Он нет. Что, упустил? Нет, не упустил. Держу дистанцию. Специально? Да он, считай, умеет летать. Да, ты тоже. На трех языках. Тебя же тут убьют! Пацан! Редж, готово! Коп здесь, тогда я сваливаюсь. Сам с вертушками разбирайся. Редж, ты его спугнул! Редж, ты его спугнул! Ничего. Район фонарей, рынок Хинхэй. Куча звонков. 911 по биотеррористе. И все. Это чувство. Хэнк, стой! Я тебя не трону! Мне нужна твоя... А, твоя сила у меня уже есть. Не заставляй меня это делать! Да отстань! Давай, вали отсюда! Я тебя предупредил! Отсоси! Вообще, остынь! Надо поговорить! Мне нечего тебе сказать!
Хэнк, помоги мне! Перебьешься! Совсем удар не держишь. Хэнк? Где ты взял мой номер? Нашел. Извини, что пришлось тебе вмазать. Но с тобой ведь нормально не поговоришь, пока ты не успокоишься. Успокоился? Когда я тебя найду, я тебя... Перезвоню через полчаса. Нет, подожди, я спокоен. Точно? А то все бегаешь за мной, орешь, фигачишь, чем ни попадя. Я хочу покончить с Августиной, но мне нужна твоя помощь. На это я подписываюсь. Супер. Тогда... Погоди. Тут Дес чего-то оживился. Случилось что-то. Сейчас узнаю и перезвоню. Реджи, это я. Делсин, слава богу, куда ты провалился? Я искал Хэнка. Он хочет вместе с нами бороться против Августины. Что? Нет, брат, это неудачная идея. Знаешь что, брат, ты слишком подозрителен. Ага, ты слишком доверчив. Будь осторожен и не дай себя обмануть. Параноик. А ты лопух. Эй, Хэнк. Слушай, я тут подумал. Когда ты гнался за мной по крышам, ну там вертолеты и все такое. Да, ну да, слушай, извини. Не, я хотел сказать, ты вроде навтыкался делать эти мои фокусы с дымом. Ну да, а теперь хочу научиться еще одному. Ты сбежал из башни, но как тебе удалось пробраться через баррикады под током? На крыше трансформатора, который нужно вырубить. Но это тебе нифига не поможет. Там все забронировано, охраняет все это дело добрая половина Деза. Да, но если мы будем действовать вместе... Слушай, моя специальность сбегать, а не прятаться. У нас обоих свои причины ненавидеть Августину. У нее есть то, что нам нужно. Но мы должны действовать не на ее, а на наших условиях. Надо выманить ее из этого замка сюда, где у нас есть шансы. И что предлагаешь? Помнишь ребят, которые были со мной в фургоне? Про Неру и Юджина? Наверное. В общем, Дез их сцапал. Что? Прямо сейчас. Вот из-за чего весь сыр-бор. Наверное, она решила так компенсировать мой побег. Отправляет их на бетонную платформу, которую Дес построил между двух островов. Надо им помочь. Напротив той платформы есть пирс. Встретимся там после заката. До встречи. Реджи, Юджин и Проныра... Я знаю. У нас с Хэнком есть план. Штурмуем остров, выносим всех охранников Деза, а потом... Делсин, я подумал... Уже слишком много людей погибло. Нормальных людей. Нормальных? Редж, давай уже без этого, а? И я не хочу смотреть, как ты убиваешь еще. Ради спасения пары биотеррористов. Реджи... Я же коп. Я должен такое предотвращать. Позвони мне, когда все будет кончено, и мы поедем домой. И еще. Этот Хэнк, не доверяй ему. Редж, ты что тут делаешь? Смотри, вон там люди. Им нужна помощь. Не биотеррористам, не проводникам. Людям. Ну, спасибо.
И спасибо, что ты здесь со мной. Зачем нам тут коп? Это мой брат, ясно? Мы с ним вместе. Ну, какие мысли? Я тут прикинул. Лучше зайти со стороны причала. Там не заметят. Вы включите свой этот... дар. Спасибо. Отвлечете их дымовым шоу. А я пока на лодке проберусь внутрь. Почему ты идешь первым? Потому что я коп. И могу реквизировать лодку официально. Ты сопрешь лодку. Я тебя посажу. Он не шутит, да. Но тогда до скорого, да? Да, до скорого. Поосторожнее. Короче, пойдем туда, наведем шороху. Августина сама прибежит. Давай, я знаю, как можно пробраться на остров. И что это было? Я видел, как Августина тебя убила. Ты видел только, как она меня поймала. Это не то. Зря ты копа притащил, ох, зря. Забавно. Про тебя он говорил так же. Все, пришли. Сиганем туда и попадем прямо к этой курве на остров. Это точно? Эй, в этой башне я такого насмотрелся. И еще. У них там есть этот дрон, от которого получаешь способности. Откуда ты знаешь? А круто взять новую способность, а потом уж оттоптаться на Августине. Идем. В общем, план такой. Жахнем по несущим опорам. Они застремаются, пошлют бойцов на разведку. Мы их уложим, а там уже Августина сама к нам прибежит. Только надо быстро. Тут прочный бетон. Ага, что я говорил? Прости, что не доверял тебе. Так тебе. Нечего было ко мне лезть. А ведь мы сломаем эти штуки. Побереги силы, пацан! Мы его потеряли! Гады! Вместе мы крутые, чувак. Если уж валить Августину, так вместе. Это тебе за Кердан Кей, сволочь! Попробовать новую силу. Послушай, а как ты... Идем! Она вот-вот будет здесь! Что, вдруг перестал мне доверять? Не знаю, тут что-то не так. Позвоню-ка я Реджи. Хэн! О, Хэн, ты не подвел меня. Я все сделал, теперь твоя очередь. Ах ты сволочь, я тебе верил! А ты не верь уголовникам.
Мы вроде нашли твой размер, но примерь все-таки. Ничего. Вот мой брат про это узнает. Он тогда... Он тогда что? Ты чуть не убил меня! А каково мне там было с ангелами? Ну, вставай! Иди, сниму с тебя наручники! Сюда! Я прикрою! Редж, она еще жива! И сейчас вернется! А из-за дурацкого бетона у меня отключились все способности! Что случилось? Ловушка! Хэнк преподнес нас Августине на блюдечке! Я так и знал! Я же говорил! Не понимаю, зачем ему это было надо? Да он же подонок! Чего еще от него ждать? Пусть у тебя и суперспособности, но послушать родного брата не помешало бы. Надо торопиться. Так с Августиной биться нельзя. Так, забирайся! Пытаюсь! Какого хрена? По прицеле! Гранаты кончились. Да. Придется по старинке. В смысле? А, клади руки сюда. Не дергайся. Вот и все. Я знал, что ему нельзя доверять. Ладно, ладно, ты был прав. Признаю, что зря я тебя не послушал. Ага. Ну, раз уж мы здесь, давай спасем этих двоих людей. Как ты нас вытащишь? Придется по вам стрелять. План такой. В духе зараза. Берегись! Не трогай моего брата, сука! Господи! Реджи! Черт! Ну, Реджи! Зараза! Элсон! Элсон! Слушай! Отпусти меня. Нет, я тебя вытащу. Отпускай, или мы оба сдохнем. Брат, я так тобой горжусь. Всегда гордился. Нет, Реджи, не надо. Люблю тебя. Сдохни!
его убила! Чудовище! Это Курт Уайт. Я веду свой репортаж с места, где прошел ожесточенный бой между войсками ДЭС и небольшой группой биотеррористов. Сейчас вы видите, как огромное здание, построенное ДЭС, тонет в ледяных водах залива Пьюджет Саунд. Очевидцы утверждают, что выжила только глава ДЭС Августина Брук. Видели, как она направлялась к бетонной башне, которая стала штаб-квартирой ДЭС почти 2 недели назад. Пока, к сожалению, все наши попытки связаться с мисс Брук не привели к успеху. Мы будем держать вас в курсе. К нам непрерывно поступает сообщение о митингах, на которых сторонники ДЭС требуют любой ценой подавить мятеж биотеррористов в Сиэтле. Это были новости в прямом эфире с Куртом Уайтом. Редж, прости, ты прав. Ты говорил, что Хэнку нельзя верить, но я не слушал. Но я клянусь, этот ублюдок мне заплатит.